мировое сообщество стало возмущаться. Как же так? Корейцы, дорогие, уважаемые, вы создали такой уникальный продукт, почему не делитесь? И он был запатентован во Франции, в Германии, в Англии, в Италии, в Америке и в Японии. Это страны, которые очень четко следят за чистотой своего рынка. Это уже доказательство того, что это действительно очень важный продукт. Китайцы, которые тоже в свою страну не допускают никаких конкурентов, они сами имеют вековые традиции оздоровления своей нации, да? У них очень много разработок вот в этом направлении. Но на правительственном уровне был решен вопрос вхождения официально компании «Атоми» в Китай при условии, если «Атоми» построит завод по производству химохима в Китае, чтобы не было вот этой вот, скажем, финансово сложной и экономически, и юридически сложной системы растаможки. И сейчас на территории Китая уже два завода по производству химохима. Подтверждение важности и ценности этого продукта. Если взять японцев, которые единственные в мире пережили, вот, ну, официально пережили атомный взрыв, даже два, да, и они тоже понимают важность и актуальность для здоровья вот этого продукта. А нужен человек, который вдохновляет. Вы именно тот человек. Спасибо вам большое. Благодарна вам. Желаю всем успеха, счастья, радости, любви, мира.